камера. Куда ты смотришь? Смотри на меня. Не надо на ту коробку смотреть. Так, ребята, всем привет. Я так соскучилась, Но я опоздала по уважительной причине. Я опоздала, потому что я лежала и откисала в ванне. Я в 4 числа, в начале 4-го, наверное, пошла в ванну, помыла ее, налила, легла такая. И так кайфово, я прям в кипятке лежала, грелась. Мне так понравилось, я не хотела выходить. Смотрю, уже 5:30, а я только выхожу из ванны, мою голову. Вообще... Комендантский час. Лантернарчан, ты о чем? Я назвала этот стрим «Золушка-булетка», потому что я сегодня буду мерить много-много больших туфель на каблуках такие. Стрипы называются. А еще видите, какие у меня огромные реснички, ребят? Видали? Это я готовлюсь к... Ну, к Турции-то, ёлы-палы. Вот. Привет, охотник. Привет, Саша. Привет, Форти. Привет, Апоя. Привет, Валентин. Привет, Олеся Булетка. Привет, первый раз на твоем стриме. Добро пожаловать. У меня вообще классные стримы. Не уходи. Так, значит что, почему 37 человек? Я что-то не пойму. Я настолько поздно запустила, что меня никто не хочет видеть? Это серьезно? Фу, какое я ушлепище, раз меня никто не хочет смотреть. Ладно, ладно, что теперь? Не смотрите. Зато у меня сегодня будет топ-контент. У меня сегодня будет такой контент. Я такие каблучки себе купила, вы просто охренеете. Вот. В общем, что я хочу сказать? Меня видно, слышно, все нормально, да? Ничего такого нет. Красивые при моргании не взлетишь? Нет, я свой вес не подниму. А вот сейчас обидно было. Что это обидно? Почему обидно? Меня вот сейчас смотрят реально только, наверное, избранные. Остальные все ушли от меня и говорят: мы тебя ненавидим, тебя уже один день не было, значит, мы на тебя не будем смотреть. Не знаю. Не знаю почему. Почему меня не любят, я не знаю. Почему? Hello, cute Russian. Why so cute? I don't know. Why? I don't know why. I don't know. Да, вы избранный. Лесь, привет из Сочи. Я избранный. Привет. Да, ребят, реально сейчас, наверное, кто смотрит, это просто... наверное, ценители, вот, ценители, любители, я не знаю, как сказать. Блин, у меня что-то с волосами не так, они как-то высохли и вьются, смотрите, как будто я пережала вот тут шапкой. Может, у меня нужно здесь делать хвостики, такие, типа, мне волосы говорят, у тебя тут складка под хвостики, сделай иди себе пару хвостиков. Ну, смотрите, смотрите. Вот я даже, я вообще их ничего не делала, я просто высушила, а тут такая полоска. От чего? Может быть, меня в детстве пережало что-то? Я лежала на одном боку, ой, на двух боках. Это, короче, шапку часто носила, да? Наверное, это... наверное, в детстве очень много носила шапку. Походу. Я не знаю, не знаю, понятия не имею. Так, в общем, сейчас, все, я нормальная. Нормальная, у меня волосы не бесят меня, они меня не бесят, я сегодня почти не бешусь. Вообще перед стримом не кинула ничего в угол, не разбросала вещи, которые мне не бесилось, совсем не бесилось. И третий день меня уже все ничего не раздражает, я нормальная, я абсолютно нормальная. Я не злая на стриме, сегодня я не double disappointed. Туфли покажи, да сейчас, вот как только у вас будет 200 избранных, я покажу туфли. Туфли только для избранных. Только для гипер-пупер всех избранных. А вдруг они просто сейчас сказали: ой, Алис, подожди, мы кофе сейчас сделаем, мы придем смотреть твои туфли. А еще я купила новую маечку. Вот это я покажу для нереально избранных, которые сразу на стриме. Короче, маечка вот такая вот. А видно, нет? А нет, не видно.
короче, маечка вот такая, тут вот так вот, а тут вот так вот. Короче, это новая маечка, и вы никто не... никто не поверит, за сколько я ее купила. Вот вообще никогда в жизни не отгадаете. Никогда в жизни не отгадаете, за сколько я купила эту маечку. У нее, кстати, очень хорошее качество. Она такая вот, ну, типа, тянется, такая, ну, классная. Вот, короче, хорошая маечка такая. Спортивная маечка. Это для тренировок, скорее всего, потому что, ну, материал такой тянется. Короче, вот даже не представите, за сколько я ее могла купить. Никогда не догадайтесь, никогда. Это я когда рассчитывалась, я не верила, как вообще это может быть. Трусики для избранных. Ой, агрессор, привет. У нас еще один избранный. Трусики я не покупала. Не покупала. Кстати, что там у меня за музыка играет? Ага. 49 рублей, 800 рублей. Еще ставочки 50 гривен. Дальше, дальше. Не отгадывайте пока. Ну, ну, давайте. Давайте, скажите, сколько я могла купить? What this price my clothes? This is clothes price. 12 гривен. 4500. Ага, еще. Все по 50. Еще. Я сейчас пока переведу, сколько это в доллары. Я не смогу это озвучить, я напишу в чат, сколько эта маечка стоила, а вы попробуйте охренеть немножечко. Price, this is close. А? А? Никто не... 2 гривны. 2 гривны. Это 5 рублей. Прикиньте. Ну, конечно же, где я могла, кроме как в секонд-хенде купить? Я не знаю, я не заходила в секонд-хенды, я обычно там не одеваюсь. Я не знаю, какого черта меня туда потянуло, я даже не знала, что там такие скидки. Но я увидела и думаю, блин, нормальная майка, она новая майка. Ну, просто там было 90% скидки, там какой-то была нереальная ликвидация товара. Я ее купила за 2 гривны. Ну, получается, она стоила там, получается 20 гривен. Ну, типа, в реале она стоила 20 гривен. Но была скидка 90%, поэтому купила всего за 2 гривны. Я херею. Это жесть. Спасает еще одежду. С такой жопой можно и бесплатно. Блин, ну, мне она очень понравилась, я не знаю. Вы как хотите? Но я за такую цену еще никогда вещи не покупала. Не, я, конечно, очень экономная, но я не знала, что можно быть настолько экономным. Я теперь понимаю, что бомжи, они могут просто бизнес построить. Они могут покупать на таких распродажах такие хорошие вещи за 2 гривны и продавать их за 200 гривен. Ну ладно, не за 200, но хотя бы за 50. Это уже навар. Почему они сидят и попрошают? Почему они не могут заниматься каким-то нормальным делом и зарабатывать? Реально топ-контент под их. Ой, Адасер. Спасибо за подписку. 9 месяцев. Hi, girls. Hi, girls. Hi, devils, да? Спасибо. 9 месяцев. Ой, вы так много уже со мной. Мы уже скоро будем, наверное, годовщину отмечать, да? Ой, это опять бухать, что ли? А что у меня за музыка играет? Ой, наш 183, сейчас будет супер топ-контент. О, 218, только хотел сказать, уже скоро 200. А ну хераксы 200. Все, ладно, идем. Сейчас будет нереальный контент. Вы такого еще не видели. Вы сейчас просто будете вот так вот делать. Все, потому что у меня 9 месяцев пора рожать. Ariel Iris. Thank you. Thank you for your host. Короче, у меня пришло две огромных коробки стрип. Что такое стрипы? Стрипы – это обувь для танцев. Обувь для... Кстати, еще. Сегодня я решила добавлять в наш новый YouTube все песни, которые мне понравятся. У меня там теперь есть плейлист «Музыка со стрима».
И сейчас все, что вы будете заказывать, я буду фильтровать. Кстати, нужно открыть. Фильтровать и добавлять все самое избранное, что мне зашло в душу очень-очень. И у нас будет свой собственный плейлист со стримом, в который можете зайти и посмотреть, какая музыка мне нравится. Вот. А я не поняла, а куда мой делся заказ музыки? Что-то он какой-то сломанный. Ничего не пойму. Вообще все по-другому стало. Так, Ханс Зиммер, ты, конечно, крутой, дайте мне что-нибудь повеселее. В общем, когда вы будете сегодня музыку заказывать, если у меня данный плеер этот не сломался, то сегодня будет отборчик, и я буду сразу себе вбивать. Вот. Что дальше? Итак, продолжим. Что такое стрипы? Стрипы – это обувь на низком, высоком, среднем, большом каблуке, сделаны специально для танцев. Для танцев в клубах, в стрип-клубах, для занятий полдэнсом, для занятий экзотик полдэнсом. В общем, для танцев, специально для танцев. В этой обуви не ходят на улицу. Это не для прогулок обувь, это только для работы стриптизерш и для работы экзотик полдэнсеров, которые тренируются и выступают в соревнованиях. То есть, знаете, это не только для стриптизерш, это еще для таких, как я. Да, да, да. Подождите, это еще не все. Но начнем мы с того, что я наконец-то заказала блок питания для своей подсветки. И сейчас я и включу. Ой, подождите, тут второе должно быть. Второй бочоночек. Сейчас принесу. Боже, у меня сегодня столько обновок, столько буду вам показывать. Первое, что я вам покажу, вот это ждала, когда я куплю блок питания, чтобы у меня работала моя подсветка. Подсветка 5050 с разноцветными штучками, я уже проверяла, все работает. Сегодня мы сделаем какой-нибудь цвет. Я люблю розовый, ну мы посмотрим. Ой, песню заказали. Ой, да, Сер, ты спасибо, это проверочная была песня. Только, пожалуйста, нормально, ну. Кремлёрники. По-любому какую-то херню заказал, стопудово, да? Он же нормально не может заказать. Сука, козёл. Здесь у нас... Итак. Партнер ваш? Не знаю. Не знаю. Анна Петровна, встаньте, пожалуйста, займите место актрисы. Так, Александр, ну, а что у нас, какая сцена? 32-я дорожная. Ну, в принципе, с дорожной у вас вот все хорошо получается, но мне кажется, что вот в припевах нужно еще добавить эмоции, как-то... Не забывайте, да, пожалуйста, работать плащом. Плащ-то вам зачем? Работайте это плащом. Включи, давайте, поехали. 32-я сцена, дорожная. Начали. А тебя я не люблю. Ну, Адасер, ну зачем ты надо мной издеваешься? Почему ты вечно меня позоришь таким говном? Вот скажи. Я не буду такого включать. Это матершинные песни. У нас нормальный добрый стрим. Что он так орёт еще? У меня так громко прибавлен был. Жесть. Все нормально, надеюсь, сейчас? Жесть. Все, Адастер, минус 50 рублей, прости. Мы никуда не поедем. Ну реально, это ненормально, мне такое не нравится. А как пропустить? О, они просто все обновили. А пропустить? А больше дня, кроме Адасера никто ничего не сделал, да? Ладно, сейчас что-нибудь включим.
Вот так будет. Так. Ну, Дастер, ну серьезно, я не хочу матершинной песни у себя на стримах. А картину продал первый раз. Картину продал? Свою хостел, молодец! Сегодня будет во что играть? Нет, сегодня Олеся не играет. Сегодня у Олеси столько дел, что она играет в пол дэнс, будет играть в пол дэнс, в анбоксинг и все такое. Короче, впитаем это все. Так, я проверяла, вроде все работает. Ой, а вторая все же не работает. Что вторая не работает? О, все, заработала. Ёлка новогодняя. Розовенькая. Зелененькая. Синенькая. Совсем зелененькая. Красненькая. Лен, молодец, умничка. Спасибо, спасибо. Я... Вы сейчас должны мне помочь выбрать цвета. Мне... Какое такое в порно видео? Мне вообще нравятся вот такие цвета. Вот типа синенькие или... Вот такие вот цвета. Вот. Нормально? Желтое с синенькую давай. Это как? Короче, у меня идея всю эту штучку голубой. Ты нормально кино вообще стримишь? Ой, смотришь. В общем, эту штучку, смотрите, кстати, это из-за нее, да, так яркость переходит. Короче, я не знаю еще, куда мне это пустить. Вы сейчас мне подскажете. Есть идея, чтобы пленочку эту приклеить вот по низу, вот так вот. А есть идея поверху, чтобы было вот так вот. Или сверху и снизу. Типа вверху, внизу или там и там. Вот, я вообще хотела это по потолку еще пустить, ну была идея. Ну, не знаю. Ой, так классно, так классно. Я ёлка, ёлка, ёлка. Вот. Она яркая. А еще могу сделать, чтобы она мелькала всякими разными цветами. Но, насколько я знаю, на стриме это плохо влияет на качество видео. Вот. А можно еще, знаете что? Подождите. Вот так вот сделать. И да, будет ночной стрим. Ой, а что там за музыка сейчас у нас будет играть? Don't speak? Ну ладно, пусть играет Don't speak. В общем, вверху или внизу? Где чат? Кто чат не видит? Не знаю, почему ты чат не видишь. Капец, я на ярко предлагаю обвешать эту штуку на собаку, и будет новогодняя собака. Не надо так.
Ты такая красивая сегодня. Спасибо, MGK. Это, наверное, все мои красивые большие ресницы. Нет, я не похудела, это майка такая. Сам себе пишешь? Нет, ты всем пишешь. Недолго Ленка проживет с таким использованием. Ну а да, Серёжа, я чуть-чуть потискаю все же. I don't speak Russian, but what's popping? 128 кубит, привет. Давай две ленты, снизу желтая, сверху голубая. Нет, она может только быть одним цветом. Короче, это первое, что я вам хотела показать. Это все твоя красивая большая жопа? Тебе же не нравятся большие жопы, как она может тебе нравиться, не пойму. Песенка, песенка. Так, дальше. Все, с этой штучкой мы разобрались, сейчас я ее... Пока будет она в ней. Следующий. Я наконец-то купила утюг. Теперь я буду не в помятых шмотках. Камера, все, фокусируй нормально.
Стрипы сделаны специально для танцев, чтобы они были нереально удобные. Очень удобные. Их вообще тяжело будет порвать, потому что они специально крепкие, не делают все ремешки. То есть это необычные каблучки. Вот. А чтобы когда девушки в них падали и ломали себе ножки, стрипы не ломались. Ой, что-то я совсем музыку убавила, ребят. Или она кончилась, или я совсем музыку убавила. А еще мне жарко, надо включить кондюк. Еще мне очень жарко. Боже мой, кто там мне написал? Так, я, наверное, сильно убавила. Нет. А почему у меня никого нету? Олесь, достань что-нибудь из-за свечей. Не-не-не. О, кстати, это же легко будет. Так громко. Я не пойму, у меня теперь, пока я не зайду в этот плейлист, он у меня не это. Боже мой, что это за клип? Вы видели клип? Привет, Ален. Ладно. Кто там возбуждается? Я сейчас штаны пойду одену. Да, походу сейчас очень много будет засранцев, которые будут говорить, что я проститутка, поэтому пойду я одену лосины, да? И вернусь. Ну, ладно, сейчас я эти обувь эту сниму и пойду переоденусь. Короче, нужно проверить, насколько они красиво смотрятся на природе. Фишка отличается в том, что некоторые стрипы идут с верхней кожаной штучкой, а некоторые с такой силиконовой. И вот, типа, нужно определиться, какая удобнее. Ой, они так блестят от этой штуки! Капец! Капец, такие блескучие! Так. Ну что, попробуем трюк сделать. Так. Нормально. Только с них сразу, кажется, падает. Да ты уже привыкший, не надо переодеваться. В смысле? В смысле? А вы-то не привыкшие? Кто эту бетономешалку заказал? Сейчас я песни из детства закажу, это типа краски. Так, чё, кто-нибудь ничего мне не скажет, нормально или не очень? Любой выбить? Не, ну нужно выбрать крутую обувь, вот. Так, следующее. Короче, следующая обувь. Сейчас
Вот. Но это, кажется, размер не мой. А, не мой. Короче, следующий ботиночки это... Боже мой, я не могу это слушать, ребят. У меня такое настроение портится. Послушай немножко и хватит. Не надо такое заказывать. Ну, это очень трэшево. Блин, как тут пропустить? А-а-а! Да у меня аж это... Мне аж похреновенько стало. Так. Следующие очень похожи на эти, но они типа прозрачные идут. И со стразиками тут. И у них, кажется, платформа меньше. Да, типа вот, ну, если сравнить их, то одни выше, другие ниже. И эти какие-то шире. Короче, нужно посмотреть. Волос сколько, смотрите. Собакиных волос. Буся под столом, как обычно. Вот. А есть темный или красный? Темный у меня уже есть, и мне нужно выбрать не темные. То есть темные у меня уже есть. Короче, сейчас будем вот эти мерить. Я пойду штанишки натяну и это и вернусь к вам. Окей? Я сейчас приду. Если сразу отвалятся, ну, у них тут есть, кстати, это, в мешочке дополнительные стразы. Если, типа, они будут отваливаться, то их можно будет приклеить, и вообще, если они отвалятся, то тут будет просто прозрачно. Вот. Олеся топтала Бусю. Агрессор, это ты то заказал? Вообще-то я прослушала 80%, так что не надо. Все, я сейчас пойду штанишки. Я же их, кстати, зашила. Так что все. Все, мерим. Вторые у нас будут со стразами. Но мне пока больше вот эти нравятся, потому что они переливаются круче. Вот, и они еще выше. Все, сейчас пошли. А, вторые. Так, мне нужно упаковки не перепутать. Упаковки не перепутать. И так сюда, и так сюда. И это сюда. Так-с. Все, эти отсюда силиконовые тут эти застежки, что не всегда удобно. Но надо посмотреть. Я помню, силиконовые, хрен ногу всунешь, и пока она не разогреется. Всунулась. Ну да, всунулась. Ну вот опять музыка.
Обновили, представляете, теперь пока я не подойду, он не будет играть. Ну, то есть у меня должна быть вкладка всегда открытая и типа онлайн. Так. Ну, пока удобнее мне идти. Сейчас я музыку включу. Включу. Don't cry. Почему я не вижу, кто заказывает? Так. Странно, Олеся в лосинах, а зрителей было 700, так и осталось. Нет, меньше, у меня 694. Как вам? Не очень? Такие прозрачные, что их даже не видно. А песня, кстати, прикольная. Сколько стоит? Где-то 1500 гривен, около 3-4 тысяч рублей. Вот. Первый лучше, давай еще. Вот мне тоже что-то первое нравится. Так, я их пока запакую сейчас и пойдем дальше. МДК, почему ты сегодня меня так любишь? Я тебе не верю. У тебя сегодня хорошее настроение или ты выпил? Моя мечта, которой, короче,
У меня были такие стрипы, только платформа была меньше. Я все ждала, когда же я разорюсь на них. И сейчас я должна решить, оставлю я их себе или нет. Это одни из самых моих любимых. Они не для тренировок, а, знаете, чтобы выступать, короче. Они такие классные, они такие классные. Та-дам! Такие прям как пилон, зеркальные, хромированные красотулечки. О, да. Какие сочные каблучки. А что там с музыкой у нас дальше? А что там? Ну да. Ой, опять грохот. Ну что, пойдемте верить? Эти прям, в них нужно только пару раз делаешь, и уже хром сбивается. Сейчас я вам прям, знаете, макро сделаю. Как камера завалилась. Подождите, сейчас выровняю. Вот так вот повернуть. Ай, все испортила. Все, не буду трогать. Так, смотрите. В общем, хотела просто вам приблизить их, чтобы вы, ну, типа, оценили блеск этих стрип. И они, типа, смотрите, они очень похожи с пилоном. Ну, как бы, мне почему и нравится. Вот. Они еще отражают так прикольно эту подсветку. Короче, на испытании очень удобно. Почему-то удобнее, чем вторые, хотя они тоже силиконовые. Сейчас пойду водичку попью. Очень удобные. Удобные. Классные. Я такая довольная, капец. Так. Дальше что? Кажется, я понял, мне нравятся высокие женщины.
Тебе же нравились маленькие. Что-то не так? Ой, телефон сел. Лекарчик. Сливочку, малолеток, в телеграмме собака, личак, сливочку, малолеток. Сливочку. Ого, у нас кто-то рекламится себя. Ребят, ну реклама на стриме за $1.13, это нормально? Так, это, короче, третий, который я должна выбрать. Вот такие они няшечки. Няшечки-кучеряшечки. Так. Эврил Лавин! Боже, как я обожала! Офигенно! Громко, да? Вот не поверите, оно все само. Неплохие дельты у меня. А бицепс как? А где мой бицепс? Последний. Last. Last shoes. My favorite shoes. Они такие классные. Сейчас. Это просто бомба. Это полусапожки. Сейчас вы увидите, насколько они охрененные. Ну, по крайней мере, для меня, для моих тренировок и все такое. Олесь, добавь музыку. Какую, куда музыку добавить? А, прибавить. Вот так нормально будет? No, не выкину. Ну как?
покажите, а? Ну, классный же. Ну? Ну, мне нравится. Я не знаю, но сапожки не такие классные. Такие классные, классные. Вот. Очень классные. Металлик. Все, добавляю точно. Вот эту я добавляю. Где мой плейлист YouTube? YouTube плейлист. А, музыка со стрима. Ой. Все. Я не возбуждаю, я танцую, и мне так нравится. Вот. Чё это, в смысле, обернись-то? Мне девочка отписывается. И говорит, стрипа получила. Ходори как в цирке у клоуна. Ааа, не каблуки, кабинки не нравятся. Ну это же для танцев, я в таких же не буду ходить. Да, ребят, те, кто зашел, вы не думаете, что это я такую в такой обуви, ну, на улице хожу. Это ж типа... это ж типа туфельки для того, чтобы очень танцевать тяжелые танцы, тяжелый экзотик. Чем выше каблук, тем считается сложнее танцевать. Чем круче тренер считается. Вот. Это для охоты. Как-то я топ-1 стример в Польше. Я наблюдаю за вами еще 20 тысяч человек. Как-то я топ-1 стример в Польше. Я... Адриан? Really? Короче, какие вам больше понравились? Ну, я знаю, что таким, как кабинка, никакие не понравились, да? Но мне нужно определиться, какие мне оставить. Вот, допустим, сапожки я уже определилась. Типа я, ну, сапожки я уже точно себе забираю, потому что я о них давно хотела, мечтала. Вот. И я вот думаю, все-таки я склоняюсь вот таким. Вот эти штучки я хочу себе забрать. Вот. Короче, это будет вторая моя обувь. Первая и вторая. Вот. Я еще, конечно, думаю над теми, которыми я всю жизнь мечтала. Но почему-то мне показалось, что эти удобнее. Вот. И, короче... Это разве для танцев? Я думала, это для БДСМ. Ну, конечно, такое БДСМ можно сделать каблучком, прям хорошенечко втоптать так, но можно для всего использовать. Или, знаете, по лужам, когда очень глубокие лужи, в грязи прям, в грязь наступаешь, ты можешь ходить в таких, и ты можешь даже ходить в очень глубоких лужах. Первые бери. Всем понравились первые вот эти вот. Эти всем понравились? Или вот эти? Какие больше понравились? Нет, мне просто из тех, что я хотела, это единственный выбор. Остальные, которые там есть, я их не очень хочу, поэтому я даже вам не показываю. One, two. One, two. Какие?
Так. Какой минус каблук? Вы знаете, что эти стрипы, они неубиваемые. Ты можешь их танком вообще, не знаю, переехать, они не убьются. Это же специально для тренировок. Вот. Хоть и Китай шьет, но качественный Китай шьет. Музон норм? Хорошо. Чьи это минус сапоги? Никаких минус сапог. Попросила девочку, чтобы она сняла какой-нибудь видосик или фотки выложила для отзыва. Все. Ладно, хватит со своими стрипами, да, я уже надоела. Мне кажется, они легче, чем все остальные стрипы, которые я вообще мерила, мне кажется. Привет, Айкопач! Какой вид? Ты про стрипы или про лосины? Или про что? Олеса, от твоего вида у меня челюсть на пол. Это было прекрасно, понравилось? Ой, я тоже люблю такие всякие стоечки, херочки. Ой, а тебе музыка. Вот это клип! Ну достань до микроволновки ради интереса. Ой, сейчас пойду до микроволновки. Ходить на кухню в этих стрипах, чтобы до микроволновки доставать, да? Кукин-стрипы. Да. Ой, подождите, я Ангел Деймонс мне что-то пишет, и я не знаю, что он пишет. Мне нужно перевести чуть-чуть. Олеся, вау, делает команду прыжка тигров. Мы в очереди трек, да, наверное. Почему-то мне не показывает, тут донат пэй обновился, и мне не показывает, кто заказал музыку.
Плейлиста не видно вообще. Все как-то по-дурацки. А, вот, все нашла. Это вот от MGK, потом идет Ария от Охотника на Олесик, потом идет MGK, потом Охотник на Олесик, потом Мистер Картошечка, Мистер Картошечка и потом Карасик. Вот. Спасибо, ребят. Вы такие лапочки. Так. Соседи внизу слышат, у меня такой же... я, кстати, когда пол... У меня герметичный такой пол, хороший, нормальный. Я там тебе песню заказал. Под танец? Хорошо, я попробую станцевать. Лосина. Как получится. Спасибо большое за донат. Я песню заказал прямо под танец. Привет, сможешь сказать, на сколько ампер у тебя блок питания на светодиодной ленте? Если... Сейчас скажу. Нагнусь раком. А я так и не нагнулась. Так, так, музыка дальше. Ария, беспечный ангел. От охотника на лесик. У меня тоже есть карасик, шо? Вот только у меня есть карасик. Привет, сможешь сказать... Ой, это я и сказала. Этот парень милостях, просто я и копач. Ну все, все, и копач. Привет, Скайлорд. Спасибо большое, да там на 5 ампер. Это 5, а это 5 ампер, хорошо. И всегда своим влюблял в себя целый свет. Это я такая, знаете, ой, что-то я хочу стриповым показать. Таких друзей больше нет. Ой, эхо, да? А я опять не убавила. Блин, ну почему он сразу включает на 100%? Представляете, все время приходится заходить сюда и убавлять. Нужно что-то решать с ним. О! А что, у нас будет сегодня кукин стрим? Можно в стрипах, да? Yeah.
Я думала, сейчас так сорвусь, как грохнусь. Лора, иди с чатиком поздоровайся. Идем с чатиком поздороваемся. Маликусечка моя. Привет, чатик. Привет. Я Лора. Буду в прошлом выдра. Клёво это, а? Быстро, ты чё? Так. Что? Что тебе надо, чтобы? Он говорит, спасите меня. Нет. Так, почему у меня так темно фокусируется? Давайте мне света побольше. Я хочу потанцевать. В этих каблуках нужно танцевать. Но я не могу под такую музыку танцевать, поэтому мы можем просто поделать трюки. Ой, это же громко. Опять забыла убавить. У этих зверюшек часто рак. Дай подвинь,
опять сделала? Бусь, не надо. Отдай. Ну, Бусь. Отдай. Буся, сюда иди. Сидеть. Молодец. Все, не надо это трогать, Бусь. Ты уже себе разгрызла и разбросала мне по всей комнате это. Давай не будешь трогать, хорошо? Ты же у меня умная собачка, Бусь. Дай лапу. Дай лапу. Ну дай, что ты? Вот, молодец. Все, умничка. Пусть она там будет, Бусь. Лучше найди свой мячик, не надо этим разбрасываться. Ой, нужно музыку Бусь переключить. Так, где там у нас? Павел, привет, Олесь, спасибо, Стрель. Привет, Олесь, спасибо за Стрель. Последнее время редко смотрю твои Стрель. А в заказе ты давно способ оплаты через Павел исчез. Хорошего дня. Ну, что-то не знаю, исчез или не исчез. Вообще, что это заказа музыки странное творится. Я сама не понимаю еще пока. Вот, нужно... Нужно разобраться. У меня тоже неполадки с ним. Вот. Спасибо большое тебе за донаты, что все-таки возвращаешься ко мне, не смотришь. Вот. Да, духовка Олесе что надо. Да, мне тоже нравится это Ханса. Блин, я есть хочу. Но нужно потренить, да? Привет, Олеся, никогда не видела тебя накрашенной. Как твои дела? Смотрю, духовку уже поставила. Аллигатор, привет! Это я не накрашенная, это я реснички себе, смотри, большие какие сделала. И они просто когда свежие, они такие пушистые. Сейчас я сделаю вам макро. Сейчас нужно поправиться, сейчас. Короче, фишка вся в реснице. Видали? И сразу такой взгляд большой, кажется, как будто бы... я сильно накрашена. На самом деле, я вообще практически не накрашена. Но из-за того, что ресницы большие и черные, оно смотрится очень круто. Короче, индустрия красоты делает свое дело. Вот. Поставь, что-то готовится. А что поставить готовится? Можно сегодня сделать, знаете, типа запеканку такую. Я раньше делала.
Это было наподобие жульена. Только у нас было вместо сливок, мы делали сыр. Вот, это очень вкусно было. И можно поставить сейчас сделать. У меня есть и курочка есть, и грибочки есть, и сыр есть. Вот. Если есть в тему про глаза, спасибо, Дигер. И мне одному кажется, что такая обувь вульгарна. К таким каблукам относится как... да, это обувь для стриптизерш. Вот, и они вызывающе смотрятся. Они действительно смотрят очень-очень вызывающе, ярко, потому что такую обувь носят девушки, которые танцуют в клубах с открытой грудью, с попками голыми. И это уже привычно всем, то есть все привыкли к этому. У нас на тренировках мы танцуем в этом, потому что это еще и красиво, это сексуально. Вот. И когда девушка одевает такие каблуки, она чувствует это. И у нас это получается все больше открывать. В общем, со стрипами девушка становится сексуальной. Она чувствует себя какой-то стриптизершей, но так как она это делает не для всех мужчин, а она это делает на тренировке у себя, то есть в студии, где только тренер, где девочки такие же, она не боится раскрыться. И она начинает танцевать, проявлять свою пластику, сексуальность. И она открывается как женщина, она становится женственной и пластичной. И это помогает в будущем с мужем. Она может станцевать ему танец. Это, конечно, очень круто, если она станцует. Вот. Но она начинает это проявлять в постели. То есть это реально помогает ей быть сексуальной со своим любимым человеком. Вот. Поэтому... Не думайте, что мы тренируемся, чтобы стать проститутками или работать в стрип-клубе. Конечно, кто-то потом уходит в стрип-клуб, потому что там очень хорошо платят. Вот, но на самом деле это все делается ради раскрытия женской сексуальности. Вот. А я думаю, что каждый мужчина хотел бы, чтобы его была девушка сексуальная только для нее, для него. Вот. И я учу девушек быть сексуальными, а им решать, для кого они будут сексуальными. Как-то так. Я просто хочу, чтобы вы понимали границу секса вот этого, который я даю на стримах. Оно сексуально, но я хочу, чтобы вы поняли, для чего оно сексуально. Тебе так приятно слышать. Спасибо. Готовить будем? Да, я голодная. Самая жесть, когда ресница такая в глаз попадает. Не, не самая жесть. Я не особо ощущаю ни дискомфорт. Вытащила и все. Хватит, заговорят зубы, доставай ягерь. Кстати, я сейчас обмою. Агрессор, ты прав. Нужно обмыть свои стрипы. И я сейчас приготовлю что-нибудь поесть. И мы обмоем мои стрипы. Как классно, да? Как заливает щекастенько. Это же толстая, в смысле? Why do you think about поп? Ой, а мне песня нравится. Это же Расмус, да, вроде бы? А почему не написано? А, Хим! Подождите, а Хим и Расмус это разные, просто они немножко похожи, правда ведь? Подождите, мне нужен просто был переводчик, я зашла и забыла, зачем зашла. Почему вы думаете о ее корме? Почему вы думаете о ее... Я не... I don't understand your... I think, do you think about pop? Pop, что такое pop? У меня корм или карма, или что это такое? What is pop? Это какашки? А почему у меня перевел корми? Pop это корм или какашки? Мысли, я нарастила реснички. Корма равно попав. Да что, вы меня сбиваете, я уже запуталась. То какашки, то корм, то еще что-то. Ничего не понимаю. И мне надоело, что оно расфокусировано. Это глагол? Uh,
Вон что-то там еще мне пишут про поп. Почему мне многие про поп спрашивают? Что же это такое? Сегодня я уже не первый раз слышу. Ее на другой веб-странице она делала фотографии из поупок и то, что она ела в течение дня прежде, чем она их сделала. Она, короче, делает фотографии своей жопы перед тем, как выставила фотографии, чего она до этого жрала. Это он это имеет в виду? Ай, ладно. Спасибо, Саш. Я знаю, что ты накрасила, но сегодня они как-то... Не-не, я вчера их только нарастила. То есть со временем... Я их ношу полтора месяца. Я вообще не крашу ресницы. Я прихожу к девушке, и она на мои светлые вот такие вот реснички, которые еле видно, клеит вот такие черные большие ресницы. Видишь? Я уже объясняла это. И ты ходишь с ними от месяца до полтора месяца, они постепенно отваливаются, и в конце месяца мне кажется, что я вообще без ресниц. Потом прихожу, она мне заново их наклеивает. И это такая фишка удобная, когда девушкам вообще не надо красить. Ты с утра встала, и ты накрашенная. И я сейчас поеду на отдых, и я могу купаться в них, и они, ну, не текут, они просто твои, как реснички. Вот. И поэтому, когда их только нарастят, они выглядят очень свежими, их много, кажется. Вот, и круто очень смотрится. Мне кажется, Олеся так не поняла. Да, я ничего не поняла. Так. Есть еще вариант приготовить яичницу. Есть вариант приготовить... поп. Раз уж мы об этом заговорили, почему бы не приготовить поп? Какая у меня камера? Sony Alpha 6000. Смотрится действительно круто, мне тоже нравится. Я вообще нарастила, чтобы... нарастила на какой-то... Я нарастила перед Бали. Я бы думала, целый месяц я буду отдыхать на Бали, и меня будет типа... Ну, постоянно краситься, там же жарко, и может купаться буду. Короче, думаю, надо нарастить, все же девчонки наращивают, и я наращу на Бали, и потом сниму их, и все. Я, короче, с тех пор начала их наращивать, и вообще, мне так удобно, так нравится, так нравится. Snap to attention you. Я не помню, я с ним не здоровалась, кажется. А он, кажется, со мной поздоровался. Нормальная бицуха? Да, я когда волосы собираю, я так... Свою свечу. Окажется, знаете, такие ручки тоненькие. Ой, не туда сделала. Кажется, знаете, такая сижу, ну, кажется, обычные руки, да? Или не кажется, все равно кажется огромные. У меня кажется огромные руки или нет? С интернетом решила в Турции? Конечно, с вами решила. Откуда синяк на руке? В смысле? Такие же тренировки. Ой, тут, да? У меня это... Все это от пилона. Россий Валик, привет. Разве на Бали? Да на Бали, Бали. Главное, чтобы вы поняли, о чем я имею в виду. Так, попить хочу. И нужно решить, что мы приготовим, да? Посмотрим на твои плечи. О, у меня как раз, я же типа без лифчика, можно проверить, ну, реально мои плечи. Сейчас я покажу. Ну как? Нормально, зачетная бицуха у меня. Я не умею, правда, позировать. Знаете, есть такие девушки, которые умеют напрягать все свои мышцы. Я не умею так делать. Как это называется? Не позирование, а как-то по-другому. Они там стоят такие. И не могут как будто бы отдельно напрягать каждую мышцу. Я, ну, не понимаю, конечно, как это делать, но все равно стараюсь. Типа вот бицуху научилась так напрягать, больше ничего не научилась. Расскажи, близ чатику, ты меня помнишь? Николаус, конечно, помню.
Такой ник хрен забудешь. Так, работал на стойке, и тому Ивановичу такие же плечи были. Он цемент таскал для себя. Ну чё вы? Я не таскаю цемент, я таскаю себя на пилоне. Don't cry. Кажется, я уже это слышала. Нор, спина не перекачана. Морщинки? Где морщинки на спине? Это когда я вот так лопатки вместе свела? Иди одень белую футболку. Так я ж без лифчика. Нельзя белую футболку без лифчика одевать. Вот. Анонирование. А анонирование – это от слова «анонист» или от слова «анонимный»? Пошла песня для танца, дело громче и ждем тебя. Ну ладно, пойдемте, что-нибудь придумаем. Сейчас. Лесу, пошла песня для танца, дело громче и ждем тебя. Так она максимально громко, кстати. Я только полдэнсом занимаюсь. Only полдэнсом. Ну я, блин, я правда в это. Я... Это что такое? Блин, у меня такой бардак, я... Мне очень некомфортно. И я без... Я в лосину. Это мне нужно их максимально сделать шортами, но и то не получится. Мне нужно было пилон протереть, короче, сколько девочек, и водичку хотела попить. Короче, я ничего не смогу в лосинах сделать, вот я чем.
Ой, у нас? Это что, Лантерн Арчен? Don't you greet a night. Спасибо. Спасибо. Будете знать, откуда у Олеси такая большая бицуха. Блин, спину отдает, ребят. Вообще, я скоро сломаюсь и не смогу так танцевать. Это будет печальнее всего. Вот. Браво, я аплодирую с тобой. Спасибо, Карась. Блин. Спасибо, ребят. Блин, это же правда Лантерн Арчер, да? Браво. Я аплодирую стоя. Он же теперь фонарь себя назвал. А то вдруг я, ну, мало ли перепутала. Было бы не очень. Ты когда кружишься, задерживаешь дыхание? Иногда, но ненадолго не смогу, наверное. Я не замечала даже. Серьезно. Он с ошибкой не написал бы. Это не он, а Саша говорит он. У тебя есть любимое место отдыха на Алтае? Их там множество. Где тебе больше нравится всего? Мне очень понравилось в Телецком. Мне понравилось в Пещерке. Это был водопад такой, Пещерка. И я ездила туда на 2 дня. И 2 дня там реально очень круто. Там покупаться особо негде, но вот постоять под водопадом и пройтись по этому ручейку, это офигенно. Очень красиво. Там горы и все такое. Готовить? Да, можно и готовить. А если вот булками только обхватить шест, на нем можно удержаться? Нет, там нужно будет еще ножками немножко обхватить. У нас час остался. Ой, да не переживай. Я бы еще потренила бы. Только мне нужно шорты одеть. Давайте чуть-чуть потреним. Кстати, я завтра вообще не работаю. Я вообще завтра не работаю, и, скорее всего, я хочу попробовать с утра все-таки стрим завести. Я вот еще не уверена. Возможно, я встану и буду лениться. Но, может быть, я завтра замучу стрим с разминкой или поиграю в раз с утра. Вот. Повезет твоему будущему мужу, будет у него шоу каждый день. Ага, я не танцую. Я такой для множества людей танцую. Если он будет сидеть в чате, пусть смотрит. А вот так одному я стесняюсь танцевать. Может, конечно, потом научусь, но нет. Фу. Так. Утренний стрим, ура. Ну, Саш, если у меня будет утренний стрим, тебе придется спать лечь вместе со мной. А интересно, что будет, если я запущу ленивый стрим вот утром? Просто, ребят, что я хочу делать, что делать? Посидим, поболтаем. Как вот день прошел, как ночь, кто что делал? И вот так буду сидеть. Нормально будет? Или мы встанем и пойдем отжиматься? Скажу так, кто будет со мной вместе отжиматься? И мы должны отжаться 20 раз. Нет, 20 тяжело. Давайте 10. Или нет? 10? А можно потом что-нибудь еще? Олеся, сейчас ем персики, ням-ням. Ой, я сегодня сливы купила. Правда, они не такие вкусные, как я ожидала. Вот. А в доту пробовала играть? Конечно. Ты видел, сколько у меня часов в доте наиграно на стиме? Тебе не хухры-мухры. Ой, ребят, спасибо за музыку. А, господи, вы такие молодцы. Я же контакт починила, но... музыка там так и не починилась. Так что я музыку мне негде смотреть и решила, что буду теперь с Ютуба смотреть. Вот так вот. Песенка прикольная.
Так, я думаю, требуем зарядку утром с Кри. А во сколько ты просыпаешься? И ты же вообще на работе наверняка с утра. Ты не сможешь со мной зарядку делать? Я пойду шорты одену, мы попробуем еще немножко потренить. Угу. Возможно, какой-нибудь трюк сделаем. Я коробочки в уголочек сейчас составлю, хотя они не мешают мне особо. Уберу ленту это, наверное. Вот, но будем аккуратно делать, чтобы не травмировать на спинку, не будем особо прогибаться. Давай трень, покажи, что умеешь. Что за наезды? Сейчас приду. Я готова потренить. Немножко. Вы со мной? Or no? Сейчас мы волосы уберем, да, чтобы они нам не мешались. 6 утра, как все нормальные люди. Понятно, значит, все нормальные люди в 6 утра просыпаются, да? Кензич, да. Я уже всем сегодня похвасталась. Вы все фиолетовая, да? Что-то лень стала? Смотрите меня, ребят. Я предлагаю сабнафтику. В 4:30 стою на работу. Вот это да. Ой, не жалею вообще. It is correct. Погнали. Осталось волосы покрасить, блонди или брюнетку. Тебе пойдет? Не, я буду естественно. Вот волосы я пока не хочу так. Может быть, потом? А сабнафтика это игра. Ага. Я просто не знала. Спасибо. Так, что мы сегодня будем делать? Сейчас посмотрю. Мы попробуем сделать какие-нибудь стоечки, да? Это нужно мне зайти в инстаграмик. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю без инстаграмика. С ником Тори Блэк в 4:30 надо только приходить с работы. Это что, какая-то работа должна быть. В ночном клубе, что ли? Лилова. Чьи-то я чьи-то.
Не поздоровалась с тобой, да? Скажи, скажи. Так, ну, что будем делать? Ну, просят снуть. Сейчас я чек нужно. Чек. А где у меня все чеки? Потом вечером все сделаю. Музыку включаем и погнали, да? Очень силовой. Сейчас я подсверху уберу, что она мне расторгает. Я потом начну на сейчас я, у меня прям рука, она прям аж как-то как надломилась. Сейчас немножечко разогреться надо, а потом еще раз сделаю. Сейчас. Мне нужно еще уметь делать трюки на обратную сторону. Тоже нужно. Подсветка слепит, не включай пока. Хорошо. Не буду включать. Еще раз. Thank you.
надо сегодня от меня. Нет, походу еще рука не зажила у меня. Я уже пробовала этот трюк на прошлой тренировке. До сих пор все болит. Короче, это такое на выносливость упражнение, конечно. Держишься на месте из последних сил. Чё, тут не очень как-то, да? Наверное, в таком не стоит тренить, походу. Может, съесть рассушь? Спасибо, конечно. Я съем напоследок. Кстати, нужно этот шпагат подвинуть. Гуся боялась за меня или вы? Так, нужно еще шпагатик этот попробовать сделать. Ай, мне. Делать? Капец. Вообще не тянется ноги. Ничего не тянется. Расскажи историю. Я тоже расскажу. Я тоже из отпуска вернулась. Попала в аварию, машина под... О, вот это вы там даете. She dancing today? Yes. У меня аж сердце... Да это не супер, это ужасный еще трюк. Я его должна отработать до конца. Мы уже с Четиком пробовали его доделать, но мне сегодня не хватает. Вот, не хватает. Ни сил, ни равновесия. Вот так вот. Руси Валик, привет. Собакин вялый? Ну, нормальный собакин. Так, еще раз надо попробовать. Так, а еще что-то же надо было, блин. Ничего не помню. Мне еще плечах надо отрелить.
как обычно, нужно самой включать. Когда же я его починю, а? Блин, вы такие молодцы. У меня еще 4. Еще 4 плейлисте. Ой, Резник поставил мне Wonder Woman. Bullet Air. Cup of Air. Cup of. Там писанина на 3 часа. Давай после стрима. А, это не мне. Так. Дальше. Что мне еще нужно отменить? Музыка прям топ. Меня уже. Отходи. Пусть уйди. Уйди лучше.
Дексилион. Спасибо за подписку. Спасибо. Добро пожаловать к нам в наш скучный стрим. Вода кончилась. Олеся, ну не смущай своими крыльями. Крыльями? Как ты, Бусечка, поживаешь? Ну, отлично, корсар, ну все хорошо. Немножко подустала, пора, наверное, кушать готовить, да? Дексилион, откуда ты? Расскажи, как ты попал на мой стрим? Капуэра? А что такое капуэра? Я не знаю. Это широчайшие мышцы спины? А. Они у тебя широкие и красивые. Ну да, когда спина открыта, это, наверное, заметно. Snap to attention. I see. I see you. Буся гавкает по команде? Конечно, гавкает. Наверное, попал, потому что это сверху в топах почти 1000 зрителей. Ой, да чего врете, нету тут 1000 зрителей. Микроволновка высоко. Вы знаете, когда у меня кукин стримы... Я делала же так. Мне это все нравится. Я поняла, что нужно изначально делать микроволновку высоко. Поймались, да? Все. Я отключила микрофон, чтобы не было слышно эхо, потому что мне нравится, когда очень громко музыка, а если я ее буду включать у себя на колонках, то вы будете слышать эхо. Вот. Руслан, спасибо.
Сейчас отдохну. Мия, мне нравится Мия. Так, что еще? Блин, у меня, кажется, башка болит. Начинает. Интересно, это из-за кондюка? Мне кажется, у меня из-за кондюка всегда болит башка. Вот жизнь, понимаю, танцует человек на жесту на кухне. Так я что-то не все время. У меня это все в шерсти. Шерсть. Бусина. Это мы как с ней пообнимались, повалялись. Потому что не кушала, мне кажется, из-за кондюка. У меня уже не первый раз такое. А как так, чтобы держаться, нужны мышцы, у тебя их особо не видно? Вот они, смотри, какие мышцы. Вот, я такая на руках и на спине, и прессом держусь. Ноги особо не задействованы, поэтому нормально. Вероятно, если Олеся за шкварник поймает... Да, я могу. Возьму, подниму. Что? Олеся, I love you. Let's get married. Да, прям сейчас. Ой, извивает, все, она, значит, хочет гулять уже. Она всегда так делает. На папе, поэтому мне нужны большие мышцы. Да, папа вообще на пилоне не задействован. Флажок могу, только не с прямыми ногами двумя. Вот. Are you a stripper? If so, where can I see you strip? No, this is pole dance. Собака там такая валяет. Какая собака. Ты собака будешь? Или не собака? Для флажка 15 мало? Чего? Лучше приготовить что-нибудь. Так, что будем готовить? Что будем готовить? Мне раньше всегда казалось, что пилон это дико пошло. Но это очень даже красиво и изящно. Но это же смотря кто танцует. Если бы я сейчас оделась очень сексуально, одела бы свои вот эти вот стрипы, которые мы сегодня распаковывали, и начала бы под сексуальную музыку очень изгаляться, то это было бы, ну, сексуально. Вот. А можно танцевать акробатику на пилоне. Ну, типа то, что вы видели. Давай, прыгайся. Иди ко мне. Давай ко мне, Буся. Буся, ко мне. Ко мне давай, давай. Давай. Hi, Chad. Hi, Al. My name is Busa. I'm Happy Dog. I can. Woof. А еще она, знаете, что? Поцелуй.
Поцелуй. Ой, молодец. Поцеловала меня, да. Да, да. Это у нее на плохой корм. Он сейчас уже заканчивается, и скоро она перестанет линять. Бачей специально для бусин. Спасибо, Комитон. Обязательно бусин вкусняшки тебе на $5. Спасибо. Олеся дикобраз? Чего это я дикобраз? Что они такого? Ай, го, 10к, ничего они пишут. Что им надо? Это что, лот? Лол. За сколько они меня купят? Да, Лантерн Арчер. Готовь что-то быстрее. Нет, не хочу. Лень. Можно я полю? Смотрите, какой домик. А, вы же не видите. Здесь просто домик прикольный был. Раз ты кто-то заказал песенку. Ой, прикольная песня. Они уже ставят больше 10 зеленых. Это за что? Вот это у тебя секси видео стоит. Да, соблазняю всех. Это супер красивая собака, так же как и ты. Спасибо. Усмешка у меня красивая. Так, хватит писать $100. Донайте, если вам хочется. Что писать-то, да? Ребят, что они только словами кидаются? Скажите им. Нихер писать. Если не хочешь донатить, вообще не пиши. Ставят они. Я добрая цена писала. Добрая. Только можно по-русски, я по-украински вообще ни хрена не поняла. Ну ладно, чуть-чуть. Так, что готовить? Яичницы, да? Аниме аукцион? Какое аниме? Ребята, что можно поесть вечером, чтобы не пожирнеть? Олесь, что решил по каблукам? Оставляю сапоги, вот эти, и вон те хромовые, скорее всего, оставлю на выступление, если буду когда-нибудь выступать в них. Вот. То есть они у меня будут лежать, хромовые, для того, чтобы я когда-нибудь выступила в них где-нибудь. Вот. А если не надумаю нигде выступать, то я их продам, потому что для тренировок они, их жалко очень. Вот.
училище. Камера, так здесь! О, плохо возьму. Еще. Вот так, нормально? По-украински это значит с большими сиськами и что-то бормочет. Понятно. Грудинку куриную, омлет без желтков. Это все и то, и другое, что ли? Олеся, where is ferret Laura? Laura sleep. Relaxing. Олесь, готовь что-то быстрее изъесть. Подожди, не хочу быстрее. Буду медленно готовить. Ты персонаж из компьютерной игры? Было бы здорово, если бы я была персонажем из компьютерной игры. Катохи нажарь с сальцом. Можно реально картоху, у меня селедка есть. Давайте отварим картоху и селедка поедим. Найс идея. How are you, Олеся Булетка? Vitex. I'm very fine. I'm fine, thank you. О, все, у меня кончились заказы. Наконец-то, ребята, вы мне вообще весь вечер заказываете музыку. Спасибо вам огромное. Спасибо. У персонажа Зикрип будет... не будет таких ресниц? Почему? А можно же и сделать. По-моему, не мне тебе рассказывать, что нужно кушать на сушке. Да я не... Ой, у меня и рыба есть, кстати. И картоха я просто хочу, я не сушусь. Я просто хочу кушать. Давайте поедим, вы же есть и дразнить. Давайте. Нужна водочка? Нет, без водочки. Короче, картоха с селедкой один, яичница два. Potato and fish, eggs, omelette. Голосуем. Раз, два, три, четыре. Быстро, а не быстрее. Саша, окей. Бычьи яйца? У меня нет бычьих яиц. Что-то больше за картошку. Potato. Potato and fish. And eggs. Охотник, я так обожрусь. Fish smart. Полтора. Рыба, ты умная. Опять хавчик стрим? Как же мне не везет. В смысле, мы тут 3 часа, что попало, делаем, и только сейчас надумала покушать. Нео, хай. Potato, окей, короче. Рездок, что там, мне песню заказал? Сейчас включу. Пойдем под твою песню готовить вкусняшки. Яичница с колбасой на сковороде? Ну, подожди, там все захотели картофан. Я могу, в принципе, и то, и другое сделать. Potato and fish, fish and chips. Chips, potato chips? Пошлите готовить. Я, короче, сейчас поставлю картоху, возможно, правда, сделаю то и другое. Сейчас ем, то съем. Да? Go, go, cooking stream. Мои волосатые сиськи.
Так, только я не буду вторую камеру ставить, хорошо? Садиться. Короче, не будет у вас камеры. И горизонт будет завален. Хорошо? Вы будете с заваленным горизонтом и без камеры. Нормально? Я буду вам приносить все сюда и показывать, хорошо? Опустошаем холодильник, да. Олеська, hungry girl. Мне нужно опустошить весь холодильник и все остальное. Только микрофон не трогай, хорошо, Саш. Я ничего не буду трогать, потому что мы должны приготовить за 15 минут. Окей? Я тут жрец с пузиком, пузики сжигаю, вы со своими картохами, селедкой. Хоми-томи, да. Хочешь, я тебе вышлю на адрес? Контейнерчик маленький. Теперь.
Нужно, чтобы мое лицо было посередине, да? Ой. А все началось с того на время крутых коровьими лепехами. Что там началось? Можно смотреть вечно на закат солнца, как горит камин и как готовит Олеся. Спасибо, Дигер. Кто худеет? Не худеете. Вы когда-нибудь мандрували в Мексику? Мехико? No. Это, походу, он мне пишет по-украински, потому что он думает, я по-украински понимаю. Я бы не отказался, только от картоха муфицируется пока... Подожди, а ты далеко разве живешь? Я думала, ты где-то местный. Всем советую жениться на таких, как Олеся, такие девушки лучшие. Неправда, я не лучшая. С такой еду, когда ты... Копилка. С такой едой, когда ты поедешь на море, первым самолет зайдет в авиабузы, и только после этого ты. И ты забыла добавить, что это фитнес-картошка с фитнес-селедкой. Спасибо, кабинка. Спасибо. Но мне так хочется. Я просто селедку сегодня спасла из магазина. Саша понимает, о чем я. А я люблю селедку только с картошкой. И нужно ее сегодня и крайний срок завтра съесть, а послезавтра ее уже можно будет не есть. Вот. 9500 километров от Киева. Я поняла. Хорошо. Свежеспасенная селедка, да. Ладно, пойдемте эту селедку сейчас разделывать. Так, картошка у меня уже закипела. Короче, селедка стоит 21 гривну. И типа, когда я ее спасаю, это значит, что я ее купила со скидкой, а значит, у нее срок годности всего 2 дня. То есть, если я уверена, что я ее съем, и мне, получается, моя селедка досталась примерно 12 гривен. Вот такая селедка досталась за 12 гривен. Ну, как бы, иногда спасаю такие селедочки. Ну, жалко ж магазин.
Все. Я не буду сегодня ее сильно разделывать, я ее просто порезала на кусочки и буду так кушать. Вот. Леся опять делает минус 50 рублей. И все, жесток, сейчас все будет. Ой, там 2 минус 50 рублей. Валентин еще. Я коллекционирую валюты, но гривны у меня еще не было. Что, привезти? Блин, напишите Эль Мехикано, что я... как это понимаю? I understand Russian language. No Ukraine, please. Mexicano. Окей. Две бабы на кухне не к добру. Ну, знаешь, мы с Бусей хорошо уживаемся. Я уже начинаю ненавидеть людей, которые рядом что-то вкусное хомячат. А я со своими овощами, салатами, фруктами, майонезом всякие и прочей херню уже 4 месяца не ем. И что, помогает, кстати? Тебе, ну, ты худеешь, ты видишь результат, нет? Потому что я хочу тебе кое-что посоветовать, чтобы не ненавидеть людей, а нормально питаться. В общем, чтобы не ограничивать себя в гадостях, то есть если ты хочешь есть гадости, или ты знаешь, что, ну, типа, ты сейчас временно на диете, а потом, типа, будешь срываться и есть гадости. Ну, допустим, я ем сладкое, для меня это гадость. Я могу себе позволить майонез, картоху, но в то же время я тогда ограничу себе едой в следующий раз. Неважно, это овощи и полезная еда. Просто если ты съел больше, чем нужно, и неважно, хорошее или плохое, для твоего живота, для твоего организма, он распределяет все как углеводы, жиры и белки. Если ты съел майонез, он просто распределит это как жир, ну и там углеводы какие-то. Вот. Получается, тебе нужно просто есть меньше, но ты можешь есть гадости. Можешь. Главное мучное ешь. Да ничего главного, он может и мучное есть. Я ем мучное. Просто если я нажрусь вечером, я не ем утром. И наоборот. Я могу поесть его раз в день. Поэтому я держу себя в весе. Если я могу... Ну, я могу целый день есть с утра до вечера же обжираться, то на следующий день очень мало. Сегодня не приходила disappointed Олеся? Нет. Вначале была немножко disappointed. Вот, в общем, это такая фишечка есть. Суть похудения в дефиците калорий. Я как человек, потеряв 16 килограмм... Во-во-во, вот я тоже об этом говорю. Суть похудений... Можно, конечно, за здоровый образ жизни, тогда ты ешь овощи, фрукты. Если тебе пофигу на здоровый образ жизни, ты любишь пожрать, но не хочешь просто избавиться от пузика. Почему бы не избавиться таким образом? Кушай пироженки, но зато потом ничего не ешь. Кушаешь пиццу, но потом ничего не жрешь. Вот. Не надо, блин, Мехикана, no Ukraine мову, no Ukraine language, no Russian language, I need Russian language, speak Russian. Да, помогает. Я так-то не жирный, просто решила лишний жирок согнать и заодно мышечную массу набрать. Занимаюсь практически каждый день. Но тяжело выгонять жир и набирать мышечную массу. Очень тяжело. Поэтому набери сначала мышечную массу и жри все подряд, а потом будешь сушиться. Картоха, вари быстрее! Мы хотим есть! Мы хотим с чатиком есть! Так, что еще можно пожрать? О, Пепси! Ой, там у Рездека еще одна заказана была.
Я тебе не верю. Это ты про меня, да? Так, жру 5 раз в день и вешу 50 килограмм. Что со мной? У тебя хороший метаболизм. Можно есть гадости, но гадости невозможно есть мало. Да, Саш? Ты стриптизер? Стриптиз танцуешь или что? Я просто в танцах не разбираюсь. Не, я не стриптиз танцую. Это знаешь, это такая акробатика на пилоне. Полдэнс называется. Можешь загуглить. Кола, пепси, кетчуп, майонез, страшный сон гастроэнтеролога. Знаешь что, я вообще не маюсь желудком. И ем и майонез иногда. И кока-колу я иногда выпиваю по 2 литра в день. При этом жру всякие пироженки, могу поесть, могу острое поесть. Просто нужно не часто это делать. Хотя от кока-колы я не думаю, что какие-то будут проблемы. Это если прям у тебя реально уже язва, то кока-колу вредно пить. Саша, спасибо. Я тебе не верю. Я тебе не верю. Так, 2 литра кока-колы, да у меня язва. Да, у меня язва. Ого, печалька. Кабаева тоже стриптиз танцует, получается, если палку перевернуть? Да, точно. Нет, мы не осуждаем этих людей. Это действительно очень... Переварить? Ты думаешь уже? Я думаю, что это нормально, если люди думают, что если девушка танцует на палке, это стриптиз. Просто потом он устает и уже проверяет, если это ненормально дальше. Он дебил, если он продолжает думать, что это стриптиз. Не-не, пока что не переводишь. У меня селедочка с икрой. Это икра. Не фокусируй на моей грязной маме. Если что, это икра от селедки, а не кусок какашки. Это нормально, что в 15 лет шарох сидишь? Да. Может, до 20 шаров оценить. Вот. Съела 1000 рыбок? Ой, наверное, больше. Так, а еще будем яичницу потом жарить? Или не будем все-таки? Я 25 шаров. Ну, 25 уже пора бы, знаешь, присматриваться. Можно еще шарохаться? Ну, уже нужно так, знаешь, типа, может быть, вообще пообщаться с ними? А что тут готовят? Мы готовим картошечку, такую вот, в штанах мама называет, и селедочку. Шикую, шикорку. Да, я шикую. Коми-томи, так с вашими донатами еще бы не шиковать. Ой, я это вслух сказала? Все, продолжаем мое экстази слушать. Сколько тебе? Мне 47. Так, шоу-фуд, сейчас приготовлю и будет вам шоу-фуд только, а не фит. Фит был в начале стрима.
Теперь нам для обжарки картошки понадобится укроп зелененький. Зелененький свежий укропчик. И зелененький свежий лучок. Мы в этом всем еще потом чесночок понадобится. Мы в этом всем будем обжаривать. Ну, это просто сверху будет сыпаться. Понял. Я пока это все нарежу, просто приготовлю, чтобы когда у нас картошка наварилась, мы ее просто посыпали уже. Да, Лисочка, просто посыпали потом и все. Главное, что ее не жарить там во всяком масле и все такое. Гусь, ты тут лук. У Гуси лук есть, а рыбу я тебе не дам. Еще немножко нашей картошки надо осталось свариться, и все будет хорошо. И мы поедим, и наконец-то будем счастливы и довольны. Весь чат будет счастлив и доволен, да? Да, чат? И будем дышать гарликом друг на друга. Я вас отпущу смотреть повторы, а сама буду смотреть фильм. Вот. Там Анна, I love your playlist. Thank you. Так, did you do some king of diet? Вы делаете good diet? Mexicano. A little. Time of time? Это время от времени, да? Time of time. Правильно или нет? Right? Жёстко, Леся, почему? Hello from America. Hi, America. Ещё и есть, наверное, будет. Конечно. Я начну с вами, потом выключу и буду без вас доедать. И я смотрю сейчас сериал «Табу». Уже третью серию смотрю. Пока нормально, кажется. Там классный актёр, он мне очень нравится. Олеся, смотрела фильм «Жена» смотрителя «Зоопарк»? Да, да, смотрела, как только он вышел. Я хотела даже на него сходить в кино. Но никто со мной не хотел на эту какашку идти. Все говорят, я что, дебил, что ли, пойду? Но я уговорила маму со мной посмотреть, потом, когда он вышел на пиратке, короче, ну, появился в интернете. Я заставила всех посмотреть его со мной. Смотрел мой отчим, моя мама, по-моему, даже еще кто-то я кого-то заставила. Он долгий и показался им скучноватый. Потому что, ну, когда я смотрела, по-моему, если я не путаю этот фильм, он, по-моему, около 2 часов идет. Нет?
Что-то около этого, мне кажется. Короче, трейлер у него намного был ярче, чем сам фильм. Фильм растянут, но на самом деле мне очень понравился. Вот. Олесь, смотрели «Спасатели Малибу»? Смотрела, не помню, если смотрела, то очень давно. Hi, Turkey. I'm go Turkey. Как сказать, что я поеду в Турцию через 5 дней? Как сказать? Ребят, помогите. Табу крутой сериал, с удовольствием смотрел. О, хорошо. Мне, может, телефоном воспользоваться, а не вас доставать? Да, фильм 10 из 10, люди не шарят. Просто. Но он такой добрый, скажи же, вот добрейший фильм. 7 фильм? Не помню. Next week – это типа следующий месяц они. I'm going to Turkey in 7 days. Ой, агрессор. Спасибо. I'm gonna. Going или gonna to the Turkey in 5 days. 7 days. 7 days. Неделя. Олеся, arrive in Turkey in 5 days. Короче, главное, что он меня понял, все. Семь. Я сейчас запишу, может быть, я его и посмотрю. А что там 7? Может быть, я видела его, подождите. Видите ли вы вдвоем уже говорите, что он классный? Ой, что-то знакомое. Кажется, я его видела. Ладно, если не увидела, то я его посмотрю. Ой, у меня там, наверное... Я смотрела его просто на одном дыхании, очень атмосферно. Пойду картошечку посмотрю, ребят. Еще мне чуть-чуть кажется. Hot potato. What city in Turkey? I don't know. I need to see my ticket. I don't know. Никогда не понимал людей, которые картошку в мундире едят вместе с кожурой. Все, агрессор, ты во мне уже сегодня дважды разочаровался. В моих кожаных сапожных стрипах и в картошке с кожурой. Мне нравится только вот когда просто отваренная, она не очень вкусная. Мне нравится, когда она обжаренная, вот. Единственное, хочу, чтобы я понял тебя. Вот. Так, чё, пойдемте еще ее обжарим немножечко с лучком там, с маслицей, вкусная маслица. Шо? Агрессор, шо? А шо? А что я сказала? Ой, я его агрессором назвала? Я видела Вот это я глюкан... Я даже не заметила, как я сказала. Может быть, я смотрела на ник, а прочитала другой? Я даже не знаю, почему. Серьезно. Это какой-то трэш.
Я не знаю, как так получилось. Я нормально, просто это какой-то, знаете, баг. Это был баг. Все приносить, показывать. И мы ее должны немножечко обжарить сейчас сначала, потом добавить уже туда лук. Я еще немножечко ее подсолю, потому что я вообще еще картошку не солила. И рыбу, как я попробовала, она очень слабо солена. Очень слабо солена. Поэтому в нашей картошке нужно немножечко... Блин, я забыла приправы для картошки. Штанах, когда я варю с корочкой. Когда она обжаривается, мне почему-то она даже нравится, вот эта вот обжаренная корочка картошечки. Короче, вкусно очень. И если сравнить ее с... Если бы я ее почистила и так же... Ой, музыка на заказ, спасибо. Сейчас выключу свое говно уже. Ой, Саша? Это от Саши? Собирай все, что хочешь. Моя любовь? Саша, это ты про меня? Или ты про выдру, потому что она с тобой в туалете живет? Так. Саша трек заказала, а ты его успешно не дала послушать. Но нехорошо любимому мудро кидать. Нет. Биомодер это Адасер, и треки у него самые лучшие. Ага, точно. Do she speak... Does she speak English? No, I don't speak English.
все же за гранью. Я нашел через твичевский поезд самую красивую стримершу. Ой, спасибо! Надеюсь, а, Хэппи Несси, смотрите, он на какой-то стримершу нашел, да? Не меня. Нарезьте, это фонарик? Фонарик заказал песню? Ничего не пойму. Олеся, you look super cute today. Thank you. Now we need a girl. Не надо. Не. Чё? Вам не нужны девушки? Или что это значит? О, да, у меня нет сисек. Но они есть только, когда я одеваю большой лифчик. С поролоном там, знаете, тогда у меня есть сиськи. В штанах это как? Это... не вчищенная картошка, вот как. А моя любовь маном не станет. Она еще выше. Ну это просто говорю, у меня раньше так мама называла. Ну и сейчас называет, но имейте в виду, это я у нее украла это название. Моя любовь ночами мерцала. И вот она, получается, эти штаны наши, они обжариваются. Они обжариваются, и вот эти корочки потом хрустят, они такие солененькие, если еще и в приправку. One little garlic. И теперь высыпаю всю зелень. Зелени будет много, я очень люблю зелень. Я опять забыла, как зелень по-английски. Просто грин же не назовешь. Вот, и у нас получается вот так вот с чесноком, с лучком, вот так вот. Вот такая potato вкусная, garlic, onion и все такое. Я начну с вами есть, а потом пойду без вас есть. Так что без обид. Так. Без нас лучше... Не, я имею в виду, я включу повтор, мы будем с вами это... смотреть на повторе, хорошо? Кушать на повторе. Или нет? Песню пока классно послушайте. Все, у меня все готово. Чесночком.
Ну как? Блин, как криво, да? Так, нормально? Итак, time, eat, food, time, food. Фокусируй на еду. И вот что называется картошечка в штанах. Мы макаем соусик, тут сметанка. Сметанка с чесночком просто. Very hot. Это я вам даже не дала картошку, да? Ну ладно, давайте сейчас вам будет следующая картошка. Классная песня, да? Это опять же кто-то из вас заказал тогда, и мне она понравилась, и я ее сохранила. For you, Chad. Не горячо, нормально? Аккуратненько, очень горячо. Я уже посожрал всю тарелку. Инсомния не хватает, да. Where is insomnia? Insomnia! Insomnia! Я вижу в ней, что она прекрасный, простой, благодарный человек с большим сердцем. Его способ готовить и смотреть очень искренне. Я написала это хорошо. Mexicano, yes. Nice translated. Thank you. Thank you. Ты говоришь hot. Все англичане зрители закрывают глаза и держим в курсе. Hot. Все англоязычные зрители. А почему? А как говорить, чтобы они просто знали, что холодно? Insomnia, this is man, который only hungry man. Insomnia, only hungry man in my stream, my chat. Олесь, ничего не забыла? Забыла, знаете что, селедочку вам дать. Сейчас селедочку дам. Нужно от костей очистить. Fish. Is she Ukraine? I'm a Russian girl, but I live in Ukraine. Олесь, я не напоминаю, но у тебя новые каблуки, ты хотела... Главное, чтобы сейчас охотника и агрессора тут не было. Они, наверное, уже свалили к другим стримерам и ничего не видят. Мы ужинаем картошечку с рыбкой. Упс. Ну, просто тогда охотника нету, все вот. Вот если бы был бы охотник и агрессор, я бы сказала, ладно, стопорочку ягеря можно вот. Для моих любителей ягерев.
Ем черешню, видно. Не, не хочу черешню. Фу. У меня вкуснее. Я герметик, в смысле? Мы просто... Это самое. У нас фитнес вечер без ягерь. Ну все, все. Хватит про ягерь. Can you say hot potato? Hot. Hot potato. Правильно сказал? My accent good? Or no? Lantern Archer, thank you. My accent perfect. Cool. Так, мне нужна бумажка, чтобы скидывать косточки. Ой, ну кабинка, я же не думала, что ты тоже такой любитель гермейстера. Стопочку егеря можно для твоих зрителей. А то картошку уминать в сукомятку, это не по-русски. Ай, ты лапа. Спасибо. Спасибо тебе большое. Ну все, и охотник тут как раз появился. Агрессор, ты его позвал? Кабиночка моя, спасибо большое, но это было... Это что-то большое... Такие большие донаты мне не сделали из кое-что. Тогда вы со мной сейчас наливаете чай. Давайте вы все нальете сейчас чай, пока я хожу за егермейстером. И мы выпьем за... За мои новые стрипы! Ready high! Да, я запиваю. Для меня это как какая-то водка. Я, короче, сейчас сорвусь и пойду свою бутылочку бакардика белого открою. Ой, ты какой! Ой, бутылочка какого-то белого, дорогого там, да? Что за стрипы? Начало стрима пропустил. У нас всякие разные стрипы тут были. Унбоксинг. Мои новые каблуки для танцев. Асгард. Эсгард. Хай. Мой агрессивный... Агрессивный ягермейстер. Кабиночка. Наливай. Что у тебя там? Медикал. О! Yes, Lantern Archer. Yes, medical. Oh. Yes, yes. Ой, Дарья пришел, да? Олеська вернулась и трескает селедку. Бухает, что ли? Да. Хи-хи. Давай из горла, там осталось... Ого, нихера там сколько еще осталось. Так, закусим картошечкой. Это тот самый, это еще первый. Мы уже со Скри вторую бутылку купили, но это еще первый. Это еще тот самый, с которым я первый раз нажралась, да. Ребят, за то, чтобы я была красивой на своих стримах и не сломала себе ноги. А еще
У вас сегодня так много. Я начала стрим, и у нас было всего 39 человек. Я думала, что меня никто не любит, и я никому не нужна. Я хотела бросить заниматься этим делом прямо вот в этот же момент. Шучу. Но потом вас собралось столько много, и я рада, что вы со мной в чате. Мне очень не грустно и не скучно, когда вы пишете сообщения, там, общаетесь, в общем. Классно, спасибо за то, что вы есть. Я пью за вас и за свою новую обувь. Нет, Шкирездок, не разведешь меня. Их так много, потому что ты полчаса с полуголой жопой стояла, а не потому что они тебя любят. Ну это Дастер, зачем он пришел, обзывается вот так? Кабинка, скажи, а? Где пропадала? Ой, у меня столько было дела с этими стрипами, что я из-за них пропадала. Я вчера только, наверное, в пол восьмого домой пришла, вот. То есть мы как обувь? Нет. Обувь — это то, чем я занимаюсь, то есть это мне для работы, а вы не для работы мне. Обидно, чё? Чё же я там такого ляпнула? Не обращайте внимания на стримера, у вас стример бывает как что-нибудь ляпнет. Я добрая, я никогда никому плохого не хочу сказать. Поэтому если когда-то что-то говорю плохое, вы просто должны это пропускать мимо ушей, потому что, знаете, я не это имела в виду. Лимончику с чаем заварил, манник отрезал, сгущенку открыл. О боже, охотник, я уже выпила все, прости. Но ты так вкусно сейчас поешь, походу. Чай с лимончиком. Манник, боже, у меня тетя такой классный манник готовит. Я когда к ней приезжаю, первым делом, я говорю, будет манник. Она говорит, ну как хочешь, сделаем. Фош, слюнки потекли. Ого, я уже опьянела. Как быстро ягерь в голову дал. Я чё, голодная? Олеся, это не тебе, он тебя защищает. Да? Хорошо. Охотник, прости, я думала, ты ее видел. А, насколько я знаю, он делается из кефира, либо простокваши, или из манной крупы, сахара вкусного много, по-моему, яйца туда идут и все, да? Это я уже включила свой плейлист. Уже 3 песни проиграла из моего плейлиста со стримов. Охотник. Блин, нужно было все-таки почистить трубу, да? Мне хватит. Все. Манник на кефире, классика, ингредиенты. 200 килограмм. Яйца, сахар, щепотка соли, 1 пакет ванильного сахара. Да, все правильно. И прямо так она и делает. Блин, как я тебе завидую, а? Ой, я не тебе завидую. Я завидую тем, кто его вообще ест. А ты ел, кстати? Кто умеет готовить? Разорела кабину, ты умеешь вообще готовить, манник? Раз ты рецепт знаешь, значит, ты шаришь в этом. Не, раз он знает рецепт, либо он посмотрел в интернете, либо он умеет готовить сам. Ну, охотник. Я не буду напиваться. Я выпила один разочек. Зачем мне напиваться? Конечно, я же зря заканчивала курс. Ой, я же забыла, да. Ты же крутой повар. Мечта любой женщины. Ой, девушки. У нас нету женщин, да? Он ради тебя все научится делать. Не, ради меня он не будет учиться. Он будет делать это ради себя в первую очередь. Правильно? I'm good.
Алена, привет. Ой, время-то уже так до хрена. Ой, Саш, ты голодный, да? А ты что, ничего не ел? Ой, у вас я чавкаю, да? Сори, я не хотела астмар еду. Я отодвину микрофон подальше. Буся тайм, да, пора. Все, я доедаю рыбку и ухожу, ребят. Только через монитор, это не сытно. Прости, Саш. Сейчас я выключу стрим и принесу тебе поесть. Не, это моя квартира в Киеве. Скрип. Привет. Так, все, нужно закругляться, правда. Так, я сейчас хочу всех предупредить, что сейчас будет повтор этого стрима. И то, что вы видите сейчас, это будет намного интересней, чем то, что вы видите сейчас. Поэтому, пожалуйста, не уходите. Повтор реально интересный. Я там буду раскрывать анбоксинг всяких разных там штучек. Поэтому сейчас я запущу повтор. И мы будем вместе на нем сидеть и смотреть мои каблучки. Зачем мы вообще сейчас выпили? А я пойду поотвечаю на телефон. Вечно классно. Все? Облизать руки хватит, а потом за мышку хвататься? Не, не хватит, но я же свинья, мне нормально. Слушаем песенку. Слушаем песенку. Да. Слушаем песенку, пока я сейчас ставлю на повтор. Так, где? Где моя панель управления? Панелька повторы. Добавить видео. Танцующая Золушка. Добавить. И что, все остальные поудалять повторы, да, чтобы не бесили? А то уже, наверное, достали все эти повторы с этим. Зоопарк поудаляю, да? Вот, строим домик, оставим, хорошо, все. Все, я готова. А вы? Никуда не уходим. Все стоять. Никуда не уходим. Что? Кого? Все. Я в Уматину? Что я делаю такое? Что я сделала, ребят? Я не пьяная. Я все испортила под конец. Почему все фейспалмят? Что такое? Что происходит? Отстаньте, все, я ушла. Олеся, не пьет.